Друзья, всем привет, это канал Реальная Качалка. Друзья, и сегодня я вам хочу показать интересный такой тест, да. Вот видите, посылочку, да, получил с Алиэкспресс. А это видите? Я к чему клоню? Вот посылка, вот Blender Bottle, фирменный шейкер, который я покупал здесь у себя в стране. Он фирменный и очень крутой, да. Я им очень доволен и... Как говорится, я всем своим подписчикам рекомендую именно данный шейкер, да. Здесь должен лежать, по идее, такой же самый Blender Bottle. Мне вот интересно, качество такое же будет или нет, и стоит ли заказывать. Получается, что цена вот этого получается намного дешевле, вообще копейки. А это фирменный шейкер, стоит дороже, конечно, чуть-чуть, но зато фирма. И, как говорится, поговорка «скупой платит дважды». Проверим, она действительно будет ли работать сейчас или нет. Очень интересно. Поэтому не переключаемся. Погнали. Итак, еще раз вам покажу целостность упаковки. Это действительно Китай. И давайте мы ее с вами распакуем. Она какая-то очень чересчур огромная. Давайте вот поденем. И посмотрим. Тоже тут нам приготовили. Упаковано, конечно, тут вообще капец. Такой все в пупырке. Ну, не, упаковано, базара нет, хорошо. Так, все, тут больше ничего нету. Здесь я слышу, уже тарахтит этот шейкер. Скотч. Наконец-то мы достали его. И тут еще одна упаковка. Так, уже. Так, и вот мы распаковали наконец-то. И давайте смотреть дальше. Сейчас я вам покажу. Вот, получается, три упаковки, да? Так. Такой шейкер. Внешне они получаются идентичные. Так, шарик. Шарик какой-то тусклый, но я помню, что там был более ярче. Здесь и шел в фирменном пакетике. Да, можете посмотреть то видео, которое... Мы уже вылаживали по распаковке, да? Смотрите, шарик как-то отличается немножко, мое мнение. Так, второе, что мне бросается сильно в глаза, это то, что вот и то, конечно, вот 760, видите, написано. Вот есть размерная такая шкала. Второе, что мне бросается в глаза, это... Тут есть наклейка эта. Здесь нету. И Blender Bottle самой надписи тоже нету. Видите, да? То есть нигде ее нету. Это действительно как бы, ну, и спортмиксер, вот тоже надписи. Надписей вообще нету. Хотя... А, даже вот эмблемки разные, смотрите сами. Видите? Вообще вот, вот и вот. Абсолютно разные. Хотя, действительно, ну, на топ-сайте, где я заказывал на Алике, оно себя позиционировало как именно шейкер, бутылка для воды, Blender Bottle, фирма оригинал. Вот так вот было написано. То есть различия видны, вы видите, да? Так. Смотрим на дно. Тоже немаловажно. Так, патенты. Здесь вот написано то, что
нету вредных, как говорится, без ГМО. В общем, все данные есть на оригинале. Здесь вообще ничего нету. И такая грубая, здесь аккуратненько все сделано. А здесь вам, ну я думаю, вам видно тоже, вот здесь вообще реально грубо сделано. И почему-то не могу понять, вот эта, которая оригинальная, она более тяжелее. А это, даже если накрутить крышку, она получается, да нет, ребят, получается вот оригинальная, она более легче. Оригинал более легче, а это более тяжелее. По пластику. Блин, здесь обычная резина, 100%. На вот этой стоит обычная резина, ужасная вообще по качеству. А здесь, ну такая классная на ощупь резиночка. Прикольная, мое мнение. Так, на крышках тоже. Здесь написано Blender Bottle. Вот видите, да? А здесь ничего не написано, хотя крышка передрана один в один. Как говорится, пресс-формы заливали 100% один в один. Здесь тоже мы имеем наклейку, на подделке Алика мы не имеем. И наклейку. Здесь идет более туже, хотя я и пользуюсь уже, да, давно, и все равно более туже, то есть вероятность того, что они откроются, здесь больше. То есть лучшая крышка, более лучше держит. А здесь легко, легко открывается даже на новой. Хрень, конечно, блин. И еще на что я обратил внимание, вот когда я смотрю, здесь дно получается ровненькое-ровненькое. А вот здесь, когда я смотрю на этой подделке, то оно какое-то все в шероховатости и какие-то непонятные вот, как или пресс-форма закидывала, или я не знаю что, но вот они с этой стороны выходят, видите, вот, с этой стороны выходят. И их хорошо видно, вот если присмотреться, видно на дне, ну, пластик какой-то, я не знаю, что оно такое тяжелое, по сравнению с оригиналом, но вот не знаю, в руках как-то не особо лежит, особенно вот эта дурацкая резинка. Так, ребятки, а и самое главное, ребята, вот только определил, вот здесь на оригинальной крышке, на оригинальной идет прослойка резины, то есть это пластик, а это прослойка резины стопроцентная. Вот я вижу, да, прослоечка резинки. А вот здесь, блин, оно все цельное, вообще даже, ну я даже могу вам продемонстрировать. Да, видите? То есть это все резина, просто хорошо впаяна, она не отпадает. А здесь тупо пластик. Так, давайте посмотрим крышки еще более досконально. Так, тут, извините, сразу мокро. Я пользуюсь просто этим же. Сейчас. Тоже видите, да, здесь есть все нанесенные данные. А здесь опять ничего нет. Ну, не знаю, мы живем в таком веке, что как бы все вот эти надписи все равно имеют значение. И очень важны. Вот сравнили, да. Так, ребятки, очень важно аромат. Как бы запах есть в бутылке или нет, потому что это мы проверяли, и видео на эту распаковку я оставлю прямо в описании внизу, вот тут вот внизу, да, под этим видосом будет распаковка этой бутылки Blender Bottle оригинала будет, поэтому смело можете зайти и посмотреть его еще раз. Так вот, у нее аромата как нет, не было запаха никакого противного, так и нет и сейчас. То есть она, мало того, что в ней мало что портится. Не знаю, как, что там за покрытие, но классно, короче. А вот в этой, сейчас я... Блин, а это... Это вообще какая-то вонючая, пластиком таким сильным. Запах, в общем, есть. И это не то, что там, если... И видео могло передавать запах через картинку, вы бы, наверное, поняли, о чем я говорю. Ну, действительно, вонище. Чего его нища есть. Так что. И самое главное, я сейчас проверю все это на воде. Потому что помимо протеинов я в эту бутылку еще заливаю воду. И вы можете определить, что даже
Ну, я ношу ее, постоянно пью воду, поэтому, как бы, вот, например, видно, да, что вода в ней. И она держит хорошо. Сейчас мы проверим еще вот эту. Я вам скажу свое мнение. Ну, ребят, как я и говорил, просто без комментариев. Ну, скупой платит действительно дважды. Смотрите внимательно, я вам показываю. Ну, уже вот слабо видно, но видно. В общем, течет, есть течь обычной воды, есть течь даже из-под пробки. И вот здесь тоже. Здесь, я не знаю, мне такое ощущение, что даже крышка дырявая, видите? Пошло даже вот, вот здесь вот течь. То есть вот внизу, если присмотреться, из-под пробки трещина, походу, есть на пластике. И вот снизу тоже выступила вода. Хотя я просто как бы обычную воду налил и просто решил, как говорится, проэкспериментировал, если помотылять бутылкой. Вот в итоге пропускает воду. В общем, ребята, как говорится, я, конечно, рад, что еще раз подтвердилась моя такая теория. Но скупой, ребята, платит дважды. Течь видно на лицо, тут как бы ничего не скажешь. И скажу так, что из этих двух бутылок, вот если выбирать, все-таки я считаю, что лучше стоит переплатить и купить нормальный оригинал. Вот тот, который у меня черный. Эту я поставлю на полку, пользоваться ей однозначно не буду. И, как говорится, вернуть я ее тоже в Китай не смогу, потому что, ну, попытаюсь вернуть. Если интересно, конечно, я об этом вам в комментариях напишу. Это был канал «Реальная качалка», распаковка поддельного Blender Bottle и оригинал, сравнение. В общем, мы выбираем оригинал. Ставим лайки и подписываемся.